дети сказали, что ее сбила машина, она попала под колесо, но 2 дня она ходила. Сегодня она лежала в луже с утра, а потом подошли ко мне дети, сказали, что она лежит, умирает в лесу. Ее кто-то туда уже перенес. Она сама приползла передними лапами, она была вся в зеленых мухах, весь зад, то есть сидели мухи. Я ее приложила в коробку, сверху накрыла простынями, мухи все равно все время были на простынях. Сейчас надо осматривать, скорее всего, там уже все. Червяки, наверное, конечно. Да, сейчас будем осматривать. Она от нее, да, очень пахнет. Сильно воняет, да? Да, неприятно пахнет. Ладно, я хочу сказать вам спасибо огромное. Спасибо за то, что не проехали мимо, а за то, что привезли сюда. Просто огромное вам спасибо. Вам тоже большое благодарю спасибо. Благодарю вас.